Некоторые люди сегодня едва успели на свой поезд, а задержаться им пришлось, поскольку прямо в здании ЖД вокзала оркестр играл известные новогодние композиции. В репертуаре саундтрек мультфильму «Король лев», рождественская песня «Щедрик» и «Last Christmas». Не обошлось и без чисто одесской композиции «Шаланды полные кефали». Последняя даже заставила некоторых пуститься в пляс. Напередодні Нового року вирішили трошки порадувати наших жителів та гостей міста напередодні Нового року. І пограти для них сьогодні казкові новорічні пісні, надати того настрою, щоб вони війшли в Новий рік з новими натхненнями, з хорошим настроєм. Кроме того, нацгвардійці роздали звичайним прохожим самодільні рождественські ёлки. Ёлинка зроблена насамперед дуже з таких простих матеріалів, але, як ви бачите, дуже так гарно складається. Це обычный дождик, так вот картонная середина. Несмотря на то, что елочки миниатюрные и искусственные, горожане и гости города подарок оценили. Первый раз вижу такое у нас на вокзале. Прекрасно, дарят новогоднее настроение, ребята, очень классно. До этого никакого новогоднего настроения как бы не было, снега нет, и новогоднего настроения тоже. А сейчас очень классно. Не ожидали, первый раз вырвались за столько лет. Подарочек 20-минутный предновогодний флешмоб одновременно прошел еще в 8 городах Украины. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».